18 рублей проезд в автобусах, пока столько же в маршрутках. Одинаковая стоимость устраивает в первую очередь водителей «Газелей». Они против резкого повышения. Дураки пусть поднимают до 30. Не будут ездить? У нас зарплат таких не будет. Навряд ли, что будет. С такими зарплатами 32 – это слишком много. Работать на проезд амичи не согласны. Наталья Класенко говорит, что если цена поднимется так сильно, ездить в маршрутках она, скорее всего, не будет. Ну, конечно, дорого. Лучше тогда автобус выбирать. С «Газели» на автобусы, конечно, все не пересядут. На маршрутках ездить быстрее и удобнее. Но только за эти два преимущества платить почти в два раза больше многие просто не смогут себе позволить. Ну, дороговато. Да. Очень, по нашим зарплатам очень. Если максимальные требования перевозчиков примут, то роскошью будет считаться ездить не на машине, а в «Газели», что само по себе абсурдно. Как минимум нелогичными не боятся показаться газелисты. В правильности своих подсчетов они пытаются убедить общественников и специалистов РЭК. Минимум 25 рублей, максимум 32. 18 уже ни на что не хватает. Речь идет о полной смене автомобилей марки «Газель». И причем... В моем понимании это в реальности может произойти в кратчайшие сроки, ну где-то в течение полугода, может быть там плюс-минус какая-то цифра. А что он несет пассажиру? Безусловно, это безопасность. Амичи должны вкладываться в пополнение содержания автопарка города, считают в департаменте транспорта. От цены зависит качество. Хотим 13, можно и 13, только дальше. Резина вообще лысая, да? Запчасти вообще какие-то непонятные и много-много другой. Аренда, бензин, страховка, мойка, стоянка. Перевозчики закладывают выгодный для них тариф все свои расходы. Согласиться с их обоснованностью или нет, теперь предстоит РЭК. Предварительная экспертиза, формирование затратной части показывает, что приняты будут в зависимости от заявок. Не все, безусловно. Минимальное снижение 11, да? Максимально там до 30%, грубо говоря, снижение той затратной части, которую предлагают. Но конечного значения величины тарифа я вам пока озвучить не могу. Это точно знаю, будет не 31 и даже не 24. Сколько в итоге будет стоить проезд маршрутка, специалисты РЭК должны озвучить 10 сентября. Светлана Урванцева, Андрей Кузьмин, Антенна 7.